Товарищ полковник, языка принесли. Ласточка, ласточка, я Орленок. Какого хрена не отвечаешь? Это, пожалуй, труп, а не язык. Товарищ полковник, это Филюков вот так уделал, как грохнул прикладом по телеку, аж зазвенело. Ну что ж ты, Филюков, надо же так суметь, ни формы, ни знак различий, ни различий. Ласточка, ласточка, я Орленок. Товарищ генерал, разрешите доложить? Докладывай. Сержант Сырых и рядовой Филюков только что вернулись из разведки, взяли языка. Да это интересно, он что-нибудь рассказал? Не сказал ничего, он без сознания. Разведчики, когда брали его, перестарались. Приложили прикладом по черепу. Молодцы! Ну что это за язык, если он без сознания? Кто был в разведке? Сырых и Филюков. Сырых расстрелять! Филюков его ударил, товарищ генерал. Филюкова расстрелять! Товарищ генерал, у Филюкова детишек двое. Товарищ Лапшин, по-моему, я отдал приказ расстрелять не детишек, а Филюкова. Есть. Расстрелять Филюкова. Ласточка, ответь Орленку. Гутен морген. Гутен морген, хер. Дер наме. Их? Я. Их бин капитан Миляга. Вас? Капитан Миллек. Миллек. Ферштейн? Ферштейн зе хер оберст. Из заге алис я. Und du nicht kaputt ich, ja? Ja, aber du musst sagen ganz Pravda. Wissen Sie, was ist das Pravda? Pravda? Ja, ich wissen. Ich bin ist arbeiten in russisch Gestapo. Gestapo? Ja, ja. Haben Sie in Gestapo много коммунистен стреляют? Ja, natürlich, und коммунистен, und беспартийнен, alles wir стреляют. Пиф-паф, всех! Дудухунд, во из твой фербан дислоцирт! Кайл Гитлер, Сталин капут! Ду-ду, шмуцик, шмуцик, черт, как сказать свинья? Швайн! Спасибо. Ду шмуцинг швайн, во син дайны солдатен унд вифиль! Дор-дорт ист хаус почтать фрау, унд дорт ист чонкин, эрхат флюгцойг, унд майн группен русиш гестапо из дорт связанен веревкин, ферштейн! Товарищ генерал, младший лейтенант Букашев, допрошенный мною язык, оказался офицером гестапо Миллигом, признался, что участвовал в расстрелах коммунистов и беспартийных советских граждан. Гестаповец ведет себя как фанатик, выкрикивает «Хай Гитлер» и «Сталин капут». Отлично, Букашев, гестаповца расстрелять. Есть! Я вот узнал, что у вас боеприпасов нет. Так точно, товарищ генерал. Ну как же так, черт побери, а? Боеприпасы мы должны были на вокзале получить. Завтра на рассвете начинаем атаку.